Я хочу обратиться ко всем, кто меня сейчас слышит. Откажитесь от курения, алкоголя, наркотиков и любых одурманивающих средств. Сделайте выбор в пользу трезвой, осознанной и ясной жизни. Замените деструктивные потребности на созидание. Читайте священные писания, обретайте духовные знания, развивайтесь как личность. Возьмите на себя ответственность за лучшие перемены в вашей жизни.